Речь пойдет об очень популярном в рукоделии материале, о полимерной глине. Это типа пластилин, из которого можно слепить фигурку, потом запечь в духовке, и изделие утратит пластичность, приобретет прочность, но не станет хрупким. Другое название полимерной глины – запекаемая пластика, термопластика или просто пластика. Пластичность материалу обеспечивают специальные добавки – пластификаторы. При нагревании полимерной глины до температуры 100-130 градусов Цельсия они улетучиваются, и в материале происходит необратимый процесс полимеризации с образованием поливинилхлорида или ПВХ. Да, это тот самый ПВХ, из которого делают пластиковые окна и сантехнические трубы. Полимерные глины выпускают окрашенными в разные цвета. У различных производителей имеются линейки полимерных глин со специальными эффектами: металлик, полупрозрачный, блестящий, эффект камня, светящийся в темноте. Некоторые производители изготавливают также жидкую полимерную глину. Это прозрачный гель, который аналогично обычной полимерной глине твердеет при запекании. Необходимую температуру и продолжительность запекания производители, как правило, пишут в аннотации к товару. Обычно 15-30 минут при 100-130 градусах. Отвердевшие изделия из пластики можно склеивать между собой и с другими материалами, а также раскрашивать художественными красками или покрывать лаками. Существуют специальные лаки для полимерной глины. Полимерная глина широко используется в декоративно-прикладном искусстве. Применяется для изготовления бижутерии, предметов интерьера, магнитов на холодильник, елочных игрушек, кукол. Полимерная глина позволяет придать тонкие скульптурные детали, эффективно имитировать различные материалы и текстуры. Приобрести полимерную глину можно на AliExpress. Я изучил большое количество предложений и остановился на двух вариантах, которые хочу вам порекомендовать к покупке. Вариант первый. Это 24 блока полимерной глины по 10 грамм разных цветов в официальном магазине бренда Luan. В комплект входят, кроме самой пластики, три инструмента для работы с ней. Ссылка на страницу товара есть в описании к этому видео. И второй вариант – это 50 блоков полимерной глины по 20 грамм разных цветов марки Kachi Kid в магазине Your Kids House. Ссылка на страницу товара также имеется в описании к видео. Обязательно загляните в описание.